Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк данному видео, подписывайся на канал и напиши комментарий со своим ником. Более подробная инфа в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами, ребята, записываем рубрику, которая называется «Золотой паркурист». Вот, тоже давненько мы ее не записывали, сегодня моим напарником будет Хойк, поздоровайся. Всем здорово, ребят. Вот, ну а нашими противниками это будет Ветер и Мегалуч. Вот, они тоже с нами не в конференции, короче, я их просто, ребят, позвал, чтобы они с нами поучаствовали. И смотреть, какие у нас домики будут, на которые нам нужно будет залезть. Вот это, ребята, соответственно, у нас первый дом, на который нам нужно будет залезть. Потом у нас идет вот этот домик, на который нам нужно будет запрыгнуть. Потом вот этот. И последний дом, это, ребята, у нас вот эта вот деревяшечка. Мы начинаем как раз-таки с нее. Вот, ну, а враги у нас, враги наши противники начинают как раз-таки с этого домика. Так что, Хувик, ты где? Ё-моё, Хувик, быстрее иди сюда, я уже хотел сейчас го начинать. Фу, не пугай так, давай. Все, давайте, ребята, уже начинаем го. Никакого перезаходика, ничего не будет, но, ребята, вам скажу одно. Набираем 1000 лайков под этим видеороликом, и мы сразу, ребята, начинаем снимать следующий выпуск золотого паркуриста. Так что все довольно-таки просто, все довольно-таки изи. Так, Ховик, давай, разгон вообще по минимуму, разгон не бери, вообще практически не бери. Давай, раз, два, три, го. Давай. Тихо, 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 есть. Все, все, ребята, все. Первый домик, соответственно, есть. Давай сейчас на них посмотрим, если у них это не получится. И давайте. Ну, ребята, 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 давайте. Ребята, давайте, давайте. И... Это просто изи, это просто найс. Такой, мне кажется, вот здесь вот будет двух минок достаточно, плюс минимальный разгон, и я, в принципе, уже там на точке. Да, и без выстрела, это просто обязательно. Хойки, никакого выстрела, ничего не делай, чтоб все было вообще просто четненько. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, давай-давай. Раз, два, три, го. И... оп! Ой. Перелетел. Я понял, я вас понял. А почему я тебе урон, да, там нанес или что? Как я так быстро, сильно, шустро подпрыгнул? Хойк, я же тебе сказал, у разгона не бери, практически здесь, в упор. Здесь вообще нет разгона. Ну. В упор почти, Хойк. Давай, так, они там залетели? А, да, 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 все, вижу. Вижу. Все, вижу, 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 вижу. Хойк, блин, давай побыстрее. И давай, давай, давай. Не тупите, прям надо жестко. Смотри, тебе нужно прям вот туда меня разгонять. Ты меня немножечко не в ту... степь направил, но я так думаю, смотри, нам сейчас нужно должно просто повести вообще по фастику. Так, готов? Да, вот так хватит, да? Да, хватит. Давай. Раз, два, три, го. Тихо. Держи, тихо. Тихо. Тихо, сука такая! Просто сука! Как же у меня начинает перегорать. Ховик, еще немножечко туда перетва. Я просто этот дом дико перелетаю. Прям очень адово перелетаю, потому что у меня васпик. Вот, серьезно, ребята, я этот васпик сам взял себе на голову. То есть он такой на самом деле непредсказуемый, что просто обоссаться, обосраться. Так, ладно, Ховик. Может быть, одну. Нет, две мины это изи. Две мины это изи. Давай вот здесь вот сейчас. Вот просто вот здесь вот сейчас поставлю две мины и делаем все, как делали до этого. По сути, мы смотри, такую зелую просто домик не можем покрыть, но это обоссаться. Вот, все, давай. Давай, давай. Раз, два, три, го. Не, ну сейчас ты должен. Все, найс. Это что? Да ёп! Боже мой! Они залетели там, Хойк, или нет? Все, стой, все, нет. Сейчас посмотрю, мне камера. Все, нет, все, я тоже не вижу, они залетели или нет? Нет, не, они не залетели, это просто жесть, ребята. Сорян вас, конечно, за мат, но я не могу. Мы настолько идиоты, что вижу, вижу. Что мы не можем залезть на такой изёвый просто, сука, домик. Меня начинает жестко бомбить и жестко начинает перегорать. Это просто обоссаться. Хой, можешь меня запуливать вон туда, прям прямо вон туда? Да, давай, давай, давай. Это просто жесть какая-то. Как же у меня начинает пригореть погонять. Понимаешь, они уже нас на один дом обгоняют. Это на самом деле просто вообще не изи. Давай. Не раз... Сука, не бери такой разгон. Ты можешь к этой... практически в упор не брать. Фух. Все. Хватит такой? Да. Да ты издеваешься, ладно. Подожди, всё. Подожди, подожди, подожди. Подожди. Все? Да, да, все, вижу, вижу, вижу. Давай, Хой, на счет три. Раз, два... три, го. Все, найс.
Ты же там. Нет, я бы сейчас перевернулся на спину, и получилось просто вообще все не изи. Просто получилось все настолько бы глупо и непредсказуемо, что это просто жесть. Это просто жесть, ребят, не знаю. На такой изевый домик, вы понимаете, что это дом настолько изи, что, ну, это даже... Я хер его знает, как это можно еще понять. Давай, да, оттуда. Ай-хой. Так, ну не говорите, что они еще залетели сразу сейчас. Мы уже в жизни их не догоним, потому что они делают все настолько быстро. Вот, вот так хватит, да? Давай, давай. Койко, как ты... Ладно, бог с ним, давай. Давай, на счет три. Раз, два, три, го. Найс. Есть, все. Ну... Наконец-таки. Наконец-таки, Хойк. Давай, вот это следующий, да-да-да, вот это следующий, вот это следующий. Ну им один дом, сука, остался, просто один дом. Хойк, разгона вообще не бери. Да-да-да, здесь я знаю. Я тоже тебе ставлю две мины. О, боже мой, пожалуйста, хоть бы они не залетели. Хоть бы они еще не залетели, и мы сейчас просто так затащим по изюму. Давай, раз, два, три, го. Найс, найс, Вадим. Так, все. Все. Так, давайте напишем все. И, пожалуйста, не залетите. Хомик, это изи должен быть камбэк. Это, сука, такой изи должен быть. Да давай быстрее. Если мы сейчас затащим, это настолько будет. Хомик, здесь вообще прям практически в упор вставай. Давай. Понял? Сколько мин? Две, Хомик, мины. Хомик, не дергайся, сучара. Давай, они едут. Просто в упор практически подъедь к этой мине, практически в упор. Давай раз, на счет три. Раз, раз, два, три. Все! Охренеть! Боже мой! Это настолько жестко было! Господи, как просто! Это, ребята, охереть! Это охереть, я вам серьезно говорю, это настолько охереть! Ну, понимаешь, надо было три покорить, а М1. Это жесть. У меня аж голова нахер закружилась от всего этого. То есть, сейчас у меня настолько психи прям жесткие были, что это, ребята, просто обоссаться. Я вам серьезно говорю, настолько сейчас у меня жестко бомбило на том доме, краски на который они не смогли залезть, и на котором мы очень долго у нас протупили. О, а он еще зачем голзик сбросил? Чтобы мы все типа в одному голду взяли. Ну смотри, я себе один голд забаррикадировал здесь у нас на трассе. Я, короче, не знаю, его беру. Я здесь беру. 5 мин, плиз. Блин, это, ребята, от натуре жестко. Но вот за это просто поставьте лайк. Вот я вам серьезно говорю, ничего не засыте, ничего не делайте, просто берите и ставьте жесткий и смачный лайк. Потому что, ну, это настолько жестко. Сори, ребят, конечно, там за маты, но просто вы сами понимаете, это настолько эмоции. То есть, когда ты вживаешься прям очень жестко в роль именно самого видеоролика, то есть тебе нужно именно брать вот так, запаркуривать на это все на время. И причем вот Хойк, согласись, да, как жестко у нас пригорало, точнее у меня тоже в частности пригорало на этом доме. То есть мы все там делали, я несколько раз перелетал, там еще кто-то перелетал, потом я то вроде залетел, потом я взял выстрелил, я слетел оттуда очень жестко. Это все, конечно, получилось, и, ребята, это просто вообще забей. Еще один, а что, берите? Или что они хотят брать? Я, в принципе, могу взять. Я парень такой, прям. Оп! Спасибо. Блин, ну да, я сам здесь голды себе покупал. Ну, ребятки у нас немножечко не затащили, чуть-чуть им остался один дом. Вообще, на первый дом они с первого раза, да, залезли? Да. Насколько я понял. То есть, это у них тоже все так настолько сложно получилось. На первый нет. Который у нас как раз таки первый был. То есть они на него вообще с первого раза залезли. На вот этот краски деревян, потом, да. Который, помнишь, на который мы пытались залезть? У них, то есть, все получилось с первого раза.
Это, ребят, просто жесть. Вот, маты я там, конечно, запикал. Ну, может быть, если не запикал, если я это все дело забыл сделать, то, ребят, сорямбас. Вот, но, скорее всего, запикают все дело. Там поставлю какой-нибудь 16-14+, потому что маты будут все заделаны. Так что, если вам понравился этот видеоролик, ребята, просто, я не знаю, он вам обязан понравиться. Потому что, ну, такого жесткого золотого паркуриста у нас еще никогда вообще не было, чтобы мы так жестко камбэчили. У нас было, когда мы сразу со самого старта, то есть тащим по-жесткому, это вот было, это да. А чтоб мы всрали на два дома и потом так закамбэчили, это, ребята, жесть. Это просто жесть. То есть лайки, подписка вообще на меня, на Ховика. Так что с вами был Вайдер и Хованский. Всем пока-пока. Всем пока.